Так, в общем, попробовать хочу с такого маласа. А там видно будет. Сейчас попробую пробить им. Сейчас разложусь и буду прокидывать. Так. Поменял шнур наконец-то на своей катушке. Это Акой Маск. Неплохой бюджетный шнур. Пользовался им в самом начале своей рыболовной, так сказать, карьеры. Достаточно неплохой, мне понравился. Решил к нему и вернуться. До этого вот был дорогой шнур. Дуэлевский, ну, честно говоря, не очень мне понравился. Так, малас. Китайский самый обычный. Сейчас будем пробовать. Речка мелкая. Почему малас? Потому что трава, видно, что есть. И будут жиговать, если, ну, будут цепляться. Вот, и водичка чистая. И, в общем, решила маласом пробить. Просто на равномерочку. Посмотрим, что оно вообще из себя будет представлять. По идее, здесь щука должна быть. Водоем новый, еще мною не изучены. Поэтому будем пробовать. Сегодня погода, конечно, ветреная. У нас уже, наверное, неделю ветра дуют. Так, сразу за что-то я... Ух ты, ребята, атака была, блин. Я просто его тащил, за траву зацепился, вы представляете? Офигеть, это круто. Блин, вот как так, а? Я просто тащил. Ну-ка попробуем еще раз. Так, помедленнее, может, получится. Такой выход был. Вот это да. Вот это да. Ну-ка, щучка, давай. Сделай так еще раз. Сейчас как на зоне будет выходить. Ну, что за засада такая? Спугнул ее. Угнул. Ну, выход есть, уже хорошо. Еще здесь покидаю, попробую доловить ее. Если нет, пойду дальше. Самое интересное, тащил с такими, ну, всплесками, и она вот кинулась. А? Обычную проводку делаю, ей пофиг. Как это? Как это работает, а? Так, здесь какой-то трактор тарахтит, поэтому звук, наверное, будет не очень, но я здесь так ради эксперимента пару раз кину и пойду дальше. Вода чистая вообще. На самом деле классно. Давно в наших реках не наблюдал чистоты такой. Ну, из-за травы, наверное. Трава появилась, муть вся осела, и водичка чистая. Идем дальше. Надо такой затишок найти, потому что ветер дует, немного неудобно. Сейчас пару раз еще на воблер кину и буду на джиг переходить. Вода чистая, но странно, что она не кидается на приманку. Странно очень. Может быть, ох ты, цапли летают.
Да, вот я здесь на самом деле кинул сейчас, а как доставать, хрен его знает. Надо вниз спускаться, здесь не вариант сверху кидать, чтобы не улететь бы. Такой крутой спуск, кроссовки скользят, можно улететь. Вроде я спустился. Зачистим малас от всякой тины. Так, пробуем здесь. Блин, идет, вот я его сдалека прям вижу, классно. Щука тоже должна видеть. Так, с этим у нас не получилось. Так, что у нас тут есть? Хочу я разловить вот эту приманку. Да. Попробую на нее. Так, что у нас тут? Струна. Такой вот, ребят, пионерчик. Классная приманка, на самом деле, бело-красная. Ну, на нее конкретно я не ловил, а на похожие модели, только другой расцветки. Уже как бы рыбачу, в принципе, давно, поэтому приманки 100% рабочие. Тут просто вопрос как бы цвета уже и ну, формы в плане размера. Ну, вот мне такой нравится, очень такой ходовой размерчик. И цвет обычно я использую, ну, салатовый, допустим, белый. Вот решил бело-красный. Посмотреть, как он себя покажет. Они так интересно падают. Хорошая у них пауза. Так, вернулся самое начало. Сейчас здесь пару раз на резинку кину, пару раз на, может быть, на вертушку, и буду пытаться, наверное, переходить все-таки на другие места. Ой, красота, блин. Честно говоря, хочется, конечно, и подольше постоять на одном месте. Потому что, блин, вода вообще песня чистенькая. Прям вот должно быть что-то. Ну-ка, ребят, попробуем. Какой здесь затишочек. Может, что стоит. Опа, блин, показалось или ударчик? Такой какой-то. Да, здесь травы вообще много. Но здесь вроде как и малек. И, может быть, щук какой-нибудь будет стоять. Вот это я забросил. Приманка не падает просто. Просто не падает. Только тут травы.
Так, ребят, перешел я на новую локацию. Получается, это уже, ну, берег я стоял на дамбе, а здесь это боковые вот берега. Вот, буду сейчас здесь пробовать. На самом деле, тоже места интересные здесь, я так посмотрел. Водичка тоже здесь чистая. Малек возле берега, он трется. Ну, то есть, речка живая, судя по всему. Рыба, я думаю, должна быть здесь. Место интересное. Немножко приловчиться надо. Ну, как она здесь клюет, на что. Да, здесь бы на лодочке было бы вообще четенько, я думаю. Сейчас попробую вертушку. Попробую воблер. То есть надо экспериментировать. Пока джиг. Так, сейчас поставлю. Наверное, вертушку давайте поставим. Так, а вертушку какую? Поставим давайте большую вертушку сначала. Такая вот Акара троечка. Она так хорошо крутится и достаточно такая заметная. Посмотрим, соблазнится щука на нее, нет? Вообще я люблю ловить на двойки. Вот. Но троечка тоже ничего такая. Она и яркая, ее здесь и видно будет, и вибрации создает она, и как бы размер... Опа! Блин, ударчик был какой-то, ребят. Если мне не показалось. Так, 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 ну-ка. Вот такой, знаете, как окуневый. Что ли, окуневый как будто ударчик. Такой боковой чисто. Тынь. Тяну, и малек видно прям стайкой. За ней идет. Такая, ребят, роща какая-то прям красивая, да? Сейчас к новому месту перебираюсь. Такой мини-лесочек. Сюда прям можно на машине приехать, на пикничок. Вот. Какой-то проход вроде есть. И вроде бы там должен быть мостик. Сейчас посмотрим. А чё? Ага, здесь нет, здесь ничего нету. Нашел, в общем, мостик. Куда не подойдешь, везде мостики до воды не доходят. Ух ты, ух ты, ух ты, какое место. Какое интересное на самом деле место, ребята. Ну, здесь щупак. Просто обязан стоять. Такое. Вообще классно, это мыши получается. Да не, здесь щупак просто обязан стоять. Еще и малек есть. Странно, конечно. Я, честно говоря, здесь ожидал поклевку. Одну из первых. Места, ребята, идеальные, просто идеальные, блин. Так, как по мне, просто четкие места.
Попробую на вертушку, потом опять на джиг перейду. Что-то зацепился. Опа, блин, сход что ли, да ну нафиг. Такой удар был. Да ну нафиг, а. Что такое? Блин, а. Похоже на рыбу. Ух ты. Ага. Окунь. Хе-хе. Ну блин, хоть что-то. Я ж думал, вообще здесь рыбы нет. Так вот, бандюган клюнул на вертушечку. Так. Ну, небольшой такой, ну, молодец, порадовал. Что-то, ребят, коцает окунь, походу. Ага, окунь бьет. Окуневая нычка. Сейчас попробую вертушку поставить. Окуньки мелкие идут за приманкой. Где же щука? Нам нужна щука. Так, ну щука не клюет. Попробуем мелких окуньков половить. Уже сейчас буквально 20 минут и уже будет темно. Вот уже, в принципе, можно уезжать, поэтому уже у меня времени нет экспериментировать. Так, это не то. А где она? Так, поставил двоечку за кос под мэпс. Серебро. Моя любимая, на самом деле. Вот сейчас на нее, я думаю, если окунек бьет, то
В принципе, он должен на нее. Мелкий сильно, что ли, не может заглотить. Удары есть. Такая универсальная блесенка, она и щуку хорошо ловит. И, в принципе, судака я на нее ловил. Есть. Совсем маленький. Но хоть что-то. Не брызгайся. Такой, ребята, окунек. Прям такой боковой выход. Бах. И, ребят, была атака. Как обычно, камеру выключил. И как обычно, блин, атака. У меня тут аж все завязалось. Да ё-моё. Чё за... Как это работает? Аж бесит, блин. Ну как это так, а? Просто как это так? Тащу. Баях. Я вот здесь на тройку кидал, ничего. На двоечку кидаю. Есть какие-то поклевки. Лебедь. Красавец. О, блин, удар был. Эх. Опа, добрал. Окунёчек. Ага. Есть. Такой. Уже, ребят, повеселее окунь. Такой окунёк. Ну, такой длинный какой-то прям. Главное, ударил, но не зацепился, а потом зацепился. Так, спасибо за поклёвку, окунёк. Ништяк. То есть где-то что-то вроде как бы начинает проклевываться. Вот интересно. Главное, на тройку здесь кидал, ничего. Двоечка, раз, и работает. Кстати, часто так бывает. Поэтому она у меня и самая любимая. Вот даже еще есть единичка или нулевка, я не помню точно. Она вообще как-то ловил на нее. Интересно. Мелкая настолько, но, блин, на нее щука кидается. Непонятно, что ее так привлекает. Все, надо закругляться. Надо ехать домой уже. Времени мало. Ребят, в общем, такая вот рыбалочка получилась. Это даже не рыбалка, больше разведка. Места классные. Вот, я думаю, еще сюда приеду. Надеюсь, рыба будет ловиться. Все, всем счастливо, до новых встреч. Пошел я домой. Пока-пока.